На фоне частичного вывода российских подразделений с территории Киевской и Черниговской областей Москва распространяет информацию о том, что якобы в ближайшее время специальная операция на территории Украины будет завершена, потому что Россия и Украина достигли договоренности. Это ложная информация. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Во-первых, Россия не отводит войска, они бегут, потому что получили жесткий отпор от вооруженных сил Украины и нашего народа. Кроме того, враг перебрасывает свои силы на Донбасс и готовится нанести сокрушительный удар по территории нашей страны оттуда. Во-вторых, не достигнуто никаких договоренностей между Украиной и Россией, говорится в сообщении. Отмечается, что все истории о якобы завершении спецоперации – лишь попытка избежать дальнейшего внедрения санкций против страны-агрессора.